Всем привет! Надоели скучные унылые будни? Долой зонты! Сконцентрируй внимание на мне и приготовься слушать прогноз погоды, ведь впереди жаркие выходные. В субботу 6 июня переменная облачность. Днем температура воздуха задержится на отметке 26 со знаком плюс, ночью понизится до 15 градусов. В воскресенье в окно постучится яркое солнце, которого мы так долго ждали. Днем плюс 28, ночью плюс 16 градусов. А какие планы у вас на это лето? Пишите ответы в комментариях.